В своих произведениях Алишер Наваи и Захириддин Мухаммад Бабур воспевают национальные и общечеловеческие ценности. Их мысли имеют актуальное значение и сегодня, особенно в воспитании молодого поколения. Творческому наследию великих мыслителей посвятили также мероприятие, организованное Службой государственной безопасности. В последние годы осуществляется широкомасштабная работа по углубленному изучению бессмертного и богатого наследия наших великих предков, а также их пропаганде на международной арене. В этом контексте ежегодно в феврале по республике широко отмечаются дни рождения великого мастера поэзии Алишера Наваи и великого полководца, шаха и поэта Захириддина Мухаммада Бабура. По этому случаю в Центральном аппарате Службы государственной безопасности было организовано культурно-просветительское мероприятие, посвященное творчеству Наваи и Бабура, на которое также были приглашены воспитанники домов Мехрабанлик номер 15 Букинского района и номер 14 города Черчик Ташкентской области. Выступавшие на мероприятии, раскрывая суть и значение творчества Наваи, отметили, что в них поэт продвигал благие идеи, такие как уважение человеку, стремление к совершенству, создание справедливого государства. Также озвучивались мнения о необходимости всемерного использования и донесения до будущих поколений в полном объеме богатого наследия Захириддина Мухаммада Бабура, внесшего большой вклад в мировую цивилизацию в качестве государственного деятеля и созидателя. В завершении мероприятия продемонстрирован спектакль на актуальную тему о проблемах взаимоотношений в семье, который был поставлен творческой труппой Узбекского национального академического драматического театра. В настоящее время репертуар Национального академического драматического театра охватывает различные жанры и темы. Уделяется особое внимание патриотизму. Мы всегда радуемся тому, что защитники Родины проявляют большой интерес к искусству. Дни рождения Алишера Наваи и Бабура Мырзо доставляют радость в каждую семью нашего народа. Сегодня мы приняли участие на мероприятии, организованном Службой государственной безопасности. Мы были рады, просмотрев спектакль, поставленный актерами Национального театра.